Так, вот если человек хочет делать ноги, да, также не забываем его накрывать простыню либо подогретым полотенцем. Кстати, вот интересная фишка, как сразу расправить простынь, да, она была у вас сложная. Разложили, взяли за кончики и резко вот так вот распахиваем ее. И сразу покрываем все тело человека. Можно маневрировать немножко, там, голову закрывать. Теплый просто. Вот так вот, да, либо полотенцем. Оставляя, особенно если мы уже помассировали одну ногу, да, тем более надо накрыть. И даже я там подкладываю специально вот так вот, чтобы воздух накапывался теплый под стопами. И сам человек согревал их. Оголяем только вот непосредственно рабочую часть, с которой будем сейчас работать, да? В данном случае нам еще понадобится ягодица. Значит, вот тут тоже такой есть парадоксальный вопрос. Ягодица к чему относится? Это продолжение спины или это часть ноги? Часть ноги. Как ее оценить анатомически? Ну, на самом деле, и так, если мы работаем спину, то тоже затрагиваем ягодицу, да? Если ногу, то тоже ягодицу затрагиваем. Как я говорил, кровь и лимфа идет, ну, венозную мышцу гоним, да, вверх. Мы гоним всегда вверх, гоним к сердцу. Но некоторые начинают, в разных там школах массажа, они говорят, что надо начинать с пальчиков ног, да, и потихонечку вот массировать и доходить все выше, 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 выше. Возможно, да, если у вас расслабляющий массаж, релаксационный. Но если у вас массаж такой классический, то на самом деле вот эти все доводы, они уже должны отпасть. Сразу, почему, я скажу. Потому что мы, вот разбивая тело на сектора, да, ну я говорил, там грудной отдел, поясничный отдел, ягодицы вот такие, да, блоками вот такими, где примерно заканчивается сустав, начинается следующий. Мы разгоняем кровь, ну, например, в ягодице, трофику ткани увеличиваем, там, соответственно, что? Наполнение идет, и она начинает, лимфа отходить к своим лимфоузлам, кровь начинает быстрее циркулировать через сердце, соответственно, она потихонечку отсюда отсасывается, уходит. Когда мы переходим к следующему сегменту, да, мы туда и это подгоняем, ускоряя этот процесс. Здесь уже тоже разогрелось, уже тоже начинается отсос как бы, вот этих, да, сосудов. Подходим к следующему отделу и опять начинаем все сюда гнать, ну, разминаем его, увеличивая здесь объем крови, да, лимфы, и выгоняем сюда. Потому что, если делать наоборот, вот отсюда, а тут еще не разогрета часть, то произойдет здесь же закупорка. То есть, как она пойдет дальше? Тут мы разогнали все, да, а тут все осталось холодным. Поэтому вот это и неправильно. Многие ошибаются, начинают как бы снизу. Мне даже клиенты говорят, а что ты неправильно делаешь, давай со стоп начинай. Нет, надо начинать именно с этого участка. Соответственно, где наше там масло? Ну, оно уже закипело, наверное. Масло подогретое. Оно уже закипело, выветрилось все эти самые. Давай, может, я еще сделаю. Сейчас сделаем, да. Не, ну этого хватит. Достаточно. Да. Смачиваем полностью ногу. Хорошо сказал, смачиваем ногу. Смачиваем, смазываем. Разогреваем. И можно внутрь гореть. Ну понятно, да, почему сегментами сверху мы идем? То есть, в принципе, ты, массируя определенные части тела, ты их всегда разделяешь на сегменты, правильно? Ну, это да, и правильно. Да, 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 разделяю на сегменты. Ага. И вот стопу заодно тоже смажем на будущее. Вот тоже есть такой небольшой нюанс. Мы когда работаем, да, с задней, с тыльной стороны ноги, потом перейдем, подняв ногу вот на эту часть, она стала сухой, мы еще не смачивали ее маслом, да. И вот есть такой нюанс, когда можно сюда просто заранее побольше масла дать, и мы просто его отсюда снимаем и растираем уже здесь. Распределяем. Да, уже потом тут распределяем, там, где не хватает, с других участков. Или мы до этого работали со спиной, и у нас масло осталось на локтях. Так что можно со своих локтей его опять же добавить к тому, к тем пропорциям, которые у нас не хватило. Ну, прежде всего, согреваем наши этапы массажные. Те, что были на спине, продолжаются и здесь.
быстренько согрели, растерли. Стараюсь захватывать ту часть ноги, бедра в основном, которая под, находится снизу, да? Потому что, возможно, нам только будем делать с этой стороны массаж, не будем переворачивать, да? Если будем переворачивать, то это там дополнительно еще об этом поговорим. Ягодицу разогревать можно начинать прямо с поясницы. Ну, если мы до этого спину не делали, да? Такими же приемами. Нарезаем ягодицы на кусочки. Да. Также вот можно подавать как бы одной рукой. Мы подаем валик плоти в другой руке, да? Те же приемы вот такие. Те же приемы, когда мы целиком используем локти наши. Но здесь единственное, что стараемся локтями идти вдоль. И можно вот так вот прямо ягодицу промассировать достаточно глубоко, мощно, сильно. Так, чтобы он почувствовал тепло прямо внутри. Там после вчера что болит? Что, ягодица болит? А, болит немножко, да. Так, масла не хватило. Дай-ка еще немножко масла. Что сказал? Я не сказал, что немножко. Все-таки волосяной покров повышен, да, поэтому добавим побольше масла. Берешь банку масла, вливаешь в него, да? Ну да, смотрите по клиенту, насколько у него волосатость повышена, столько масла добавляется. Вот хочу... Главное, чтобы он не чувствовал дискомфорта. Главное, чтобы клиенту было всегда приятно. Иначе он промолчит, но обиду так затаит, да? Или кому-нибудь скажет там потом. Поэтому старайтесь. Знаешь, я вчера ходил к массажисту, и он меня прилёсто побрил на сахарин. Да все что угодно они могут рассказать. Поэтому, кстати, не забывайте у человека спрашивать, комфортно ему так или нет, нормально или нет. Добавить масло или нет. Есть такие люди, которые просто молчат, да? Или говорят, ты лучше меня знаешь, ты профессионал, давай действуй. Нет, все равно надо уточнить, если он к вам впервые пришел, как действовать. Значит, смотрите. Ну, я уже перешел к другому, к разминанию, ты заметил, да? Да. То есть, берем вот этот блок мышц, как бы разделяя ногу по оси, да? Они примерно так и будут делиться. То есть, вот тут, если икры напряжет человек, то иногда видно прям два пучка, да. Вот таких. Ну, на себе не буду показывать, у меня точно видно. Промяли вот эту часть, да? Промяли вот эту. Вот так вот плотно, жестко. Доходя до ягодицы и вот туда уводя опять к лимфоузлам. Ну, мы помним, да? Потом берем целиком бедро. И видишь, я тут... Ну, уже не силой рук, в принципе, я, конечно, ее прикладываю, да? Но я стараюсь еще подключить плечи, таз и ноги. То есть у меня все тело работает, видишь? Таким образом... Выжимаешь, таким образом. Выжимаю, да. И все движения идут снизу вверх. Но видишь, у меня... Ну, потом сразу целиком всю ногу беру вот так вот, да? Все бедро, вернее. То есть лимфу гонишь... Вернее, кровь гонишь к лимфе туда. Поднимаешь. Не кровь к лимфе, а и лимфу, и кровь. Лимфу, и кровь. Межклеточную жидкость. Все гоню туда, да. Понятно. Просто этапность. Сначала более мелко, да? Потом более крупно. А потом вообще целиком все вот это вот, весь этот сегмент. Массивное. Да. Тут можно тоже добавить некоторые такие упражнения для собственной нагрузки. Ну, во-первых, чтобы мы не уставали, мы должны двигаться всем корпусом, да? Есть такая небольшая хитрость, потому что если просто нагнувшись работать, поясница обязательно 100% заболит. А если ноги подсогнуть? Да, ноги нужно подсогнуть. Подсогнуть. И даже не просто подсогнуть, а так немножко пританцовывать. А я еще и поворачиваюсь вот так вот. То есть у меня получается работают бедра, работает костяк. И получается это как уже не напряжение, а упражнение для меня самого. А если ты примешь состояние влипания? Какого влипания? Ну, состояние влипания.
Нет, такого мы не понимаем. Это измененное состояние. Ладно, ну, измененное состояние не касается наших занятий. Это немножко другая техника. Я говорю про то, что можно это использовать, тело человека, как тренажер для самого себя. То есть не просто же мы день работаем, да, а мы сами тренируемся. И реально, у меня есть люди, ученики, которые окрепли после того, как начали делать массаж. У некоторых даже появились мышцы и пресс появился во время массажа. А можно, в принципе, сразу себе начинать накачивать руки. Вот просто мы берем, сейчас немножко оголю, например, бицепс. И делаем вот не руками, да, а делаем кулаком, преодолевая сопротивление плоти, видишь, как бы берем на бицепс. То есть, когда мы берем штангу или гантели, да, мы просто качаем вверх. А тут сопротивление, ну, можно резинку там взять, да, эспандер. Ты в своей работе еще и совмещаешь упражнения на тренажерном. Да, точно, да. Я поэтому так и накачался. 19 часов, так, у меня сегодня кто клиент, так, так, мы будем качать себе бицепс. Раз, два. Да, как на самом деле и есть. Соответственно, вот эту часть мы используем, бедра, для накачки бицепса, для, собственно, тренировки. Вот так несколько раз проведем, 3-4. Слушай, это тема, действительно. Так, на эту тему у меня даже отдельный видеокурс есть. Как накачаться с помощью клиента на столе. Хорошо, ладно. Вот, а клиентов много проходит через день, да? С одним проделал упражнение, со вторым проделал упражнение. К вечеру смотришь, уже такой, так уже и плечи уже распрямились. Ага. А если мы берем вот эту руку, то, соответственно, работает трицепс. Разгибатель руки, трицепс, да? Вот мы их и меняем. Сначала одной, потом второй. Когда мы это движение делаем, вот этой рукой как бы мы поддаем массу под эту руку, чтобы она не уходила, не сказала. Таким образом сопротивление еще больше добавляем, да? То есть можно маневрировать сопротивлением и добавлять себе... Это мешает, да? И добавлять себе самому напряжение. Вот так вот мы и качаемся. Сразу перейду к следующему упражнению, да, чтобы ты запомнил. Теперь мы конкретно кладем, помнишь, мы делали вот это вот? Да, да, да. Вот тут мы тоже так же делаем, только плотнее, прям прижимаем ногу и ведем плотно вверх все эти внутренние жидкости. Делаем крапивку. Ну не крапивка, тебе больно или нет? Нормально. Нормально все. Ну, похоже, да, на крапивку. Полностью стараясь охватить все бедро, да? Доводим вверх и не забываем спустить ее туда, в паховую область. Отсюда, от лимфоузлов, начинаем уже такую более глубокую проработку пальчиками, да, разводим их вот так в стороны. Здесь же идут и большие вены, здесь же идут и лимфотоки, и вот тут лимфотоки идут по внутренней стороне бедра. Часто бывает больно людям, просто даже слегка повыше пальцем. Да, но да, тебе не больно, да? Это у кого это самое? Больно. Больно? Да я молчу. Просто молчит. Так. Вот. И теперь опять захватываем все бедро, используя его опять же как тренажер. Кулаками берем и приподнимаем к себе на бицепс. Приподнимаем к себе на бицепс. Ну вот так вот. 4 итерации. Раз. 2, 3, 4. И вывозим туда. Опять же, и лапу леопарда используем, и кулачки можно использовать. И вот эти вращающие движения, да. Только чтобы нога не сползла, я одну руку сюда придерживаю. С внутренней стороны, потом с наружной стороны. Эпиляция бесплатно, кстати, Саша. Сегодня эпиляция бесплатно. Вот, то есть все те же самые приемы мы проделываем, да? Следующий мы здесь ориентируясь по времени. Ну ладно, ладно, мы посмеялись чуть-чуть. Ладно, посмеялись, слушай дальше. Ориентируясь по времени. То есть приемов их много, да? Хочешь все использовать, хочешь половину из них использовать. Потому что те же самые ноги могут заказать 45 минут. Или антисвитный массаж иногда и час может длиться. Только одни ноги, да? Верю, верю, да.
А в целом я все дроблю по сегментам. Например, половина спины с ягодицей у меня уходит 7,5 минут. Угу. Вторая половина 7,5, получается 15 минут. Шея минут 10 и плечи, да? Угу. Это сколько уже? 25 минут. Угу. Ну, там 2 минуты на голову и 3 минуты заключительно на то, чтобы там растрясти. Угу. Вот эти вибрационные техники, простукивания всякие, да? Вот получается ровно полчаса. Плюс ноги я делаю, соответственно, 15 минут обе ноги. Это 7,5 минут на одну ногу и 7 минут на вторую, да? Uh-huh. То есть примерно на каждую часть у меня уходит по 2 минуты где-то там, потом uh-huh. стоп, да? В итоге, в целом, получается, спина и ноги 45 минут, uh-huh. да? Чтобы дробить по времени, чтобы понимать, какую сумму человек будет вам платить, да? Вот, продолжаем разговор про бицепсы наши. Uh-huh. Вот, поскольку это, естественно, не тренажер, и мы полностью ногу не поднимем, тем более, если мы его поднимем, а потом опустим, он ударится коленкой, ему будет больно. Тогда здесь, оставляя напряжение в руках, мы просто подтягиваем себя к ним. Uh-huh. Да? Ну, это как бы к вопросу о том, как считать, река бежит вдоль берега или берег вдоль реки. Uh-huh. По сути, не важно же, да, кто вокруг, относительно кого движется. Поэтому, оставляя напряжение, мы себя к этим рукам за счет бицепса подтягиваем. Угу. Ну и не забываю про него. Можно ладонями сделать, можно кулаками. Тоже маневрируя за счет того, кто у вас лежит. Может, маслица еще? Надо, в принципе, или давай там, еще маслица. Да. На вторую ногу перейдешь. Нет, сейчас ты перейдешь. Нужно уже, чтобы ты успел запомнить, успел это все проделать. Давай для тебя это все смажем. А лучше ты смажь, потому что тебе еще локти надо смазать. То есть вторую ногу, да? Нет, эту. А, эту? Давай. А, нет, давай вторую уже. Вторую. Да? Да, да. Забудем про вторую. Он же хочет полный массаж получить. Значит, ну ладно, я за тебя открою. Ага. Должен был ты открыть. А то у меня масло, видишь, это сам. Угу. На пол не капаешь. Накапал. Ну, чуть-чуть, не страшно. Как ощущения, Александр? Ну, скажем так, у кого ноги лысые, им полегче. Согласен. То есть, в принципе, по идее, здесь должен быть валик, правильно? Да. Вот, да, вот про что мы сюда говорим, не хватает у нас валика. То есть, когда, грубо говоря, там ты ногу поднимаешь, ну там тоже есть упражнение, да? Когда ты вот так вот там тянешь, да? Да. Когда там обе ноги ты затягиваешь. Ну, если человек как бы, ну, не такой формат, как Сашка, да? А, ну, там девушка там, бывает, ей просто вот так вот поясницу держишь там, да, да, берешь одну ногу, да, вот так вот. И ее. Ну, да, это будем тоже делать, да. Вот. Тут не там надо брать, а под коленкой. Это чуть попозже, да? Ты вперед забегаешь. Теперь, ну, смотри. Знаешь, я вижу, ты. Теперь мы, короче, мы делаем разогревание. Да. Правильно? Да. То есть сейчас мы начинаем от... Все же самые этапы. Ага. Да. Ну, начни лучше с ягодицы. Хорошо. То есть, образно говоря, мы разогреваем вот здесь. Начинаем, да? Да. Начинаем с копчика. Сейчас. Поясницу захватывая локтем, ты сразу можешь уже захватывать с этой стороны. Ага. Да. Сейчас я когти смочу. Да, да, смачивай. Масло. То есть сейчас намешаем еще. Начинаем. То есть разогревать. Да, да, правильно. Всеми известными тебе способами. Ты их уже знаешь немало. Так, мы, в общем, сейчас. Теперь с этой стороны, да. Разогреваем. Угу. И вот так вот мы каждую нашу методику, каждый прием, каждое упражнение во время этого тренинга отрабатываем друг на друге. Получается, в целом я так подсчитывал, часов 8. Массажи мы получаем на себя. Да, да. Стараешься, это практически, ну если так считать, в среднем час массажа 2000 стоит, умножаем на 8, то есть
Массаж на 16 тысяч ты уже получаешь за время тренинга. Бесплатно считай. Я бы тут мне бы рассказал, что в массаже будете так болеть. Не, ну это в целом, конечно, перебор, да, столько часов делать. А вообще это прикольно. Ну, согласен. Это как дополнительный бонус для вас. Да, и таким способом можно... Дальше у нас пошло... Да, можешь сейчас перейти на вот эти всякие, на кулачки, а можешь потом. Ага. Давай теперь разминаем, да, конкретные части. Не эти, сначала локально вот эту, внутреннюю часть бедра. Сейчас разогреем ее. И вот даже, знаешь, что интересно? Анатомически люди так сложены, я иногда даже провожу такие вот в голове иногда параллели, что когда мы начинаем соприкасаться друг к другу, да, два разных человека, особенно мужчина с женщиной, особенно во время секса, то получается такое количество соотношений, ну, в плане пропорций, в плане там размеров, да, органов тела, но лучше быстрее, больше мышцу захватывать, прямо вот так вот, там, целиком, да, всю мышцу и ведем вверх. Что как будто бы, знаешь, мы настолько вот свыше как-то сконструированы, настолько подходим друг под друга, что иногда не нужно специальное упражнение придумывать, тело само угадывает. Uh-huh. Само нужно, само получается так, как надо. Вот, например, если говорить про лимфотоки, да? Видишь, ты стоишь вот здесь, боком правильно, да? И тянешь их вверх. Помнишь, я рисовал эти массажные линии? Да. Здесь вот сама рука идет вот сюда, удобнее просто. А я так и делаю. Потом я вот так вот, так же так и делаю. Да, да. Вот так вот. То есть тебе как бы сама твоя анатомическая природа, антропомеханическая, подсказывает, что линии вот эти вот тут сюда идут. Видишь, сюда внутрь. Это самое, звук телефона беру. Вот там так были нарисованы полосы. Ага. То есть вот туда они идут, ну, соответственно, вверх. И здесь вот оно само, сами руки заходят вот туда, да? Ага. То есть уже получается, мы одновременно работаем и с лимфой. Угу. Молодец. Так, дальше у нас... Не, ну, стирать-то хватит. Нет, дальше давай, давай разминать теперь вот эту часть. Ага. Как бы визуально для себя ось такую нарисую, да, вдоль всей ноги. Сначала наружную половинку, потом внутреннюю. Наоборот. Или наоборот. Ну, тут очередность не важна. Или сначала внутреннюю, потом наружную. Угу. Еще хотел спросить. Прямо сейчас спросить? Ну, а почему же? Собственно говоря, у кого-то может быть какая-то аллергия на масло там или на крема, или еще что-то такое. Тальк. Допустим, для выхода. Потом мы... Можно, да. Можно, да? Да, но я же с этого начинал. То есть мы... Нет, за тальк даже не затронули. Не говорил, да? Да, можно использовать тальк, можно использовать мыло, опять же. Вот за мыло говорили, но вот за тальк. Можно использовать разные виды масел, на какого-то действительно у человека может быть аллергия. Да, подстраиваемся под человека и спрашиваем у него. Надо бы у него обязательно спросить, как ему удобнее будет, да? Вот если спросить, по тальку вот, взять вот, для... Многих, особенно если такой не, скажем, не глубокой внедрёшь, ну, да, такой вот, поверхностный, да. Что-то, знаешь, типа. Ну, часто в российских салонах используют тальк, потому что такой, как бы, да, скользитель. Легкий массаж, да, скользание получается. Да-да-да, все можно. Да, и локтем еще вот так вот пройдись, все, здесь вот ягодичная мышца. Что ж, нога не имела. Ну тут немножко придется потерпеть. Давай, сильно, сильно, просто не жми. Всю ногу ты уже захватывал? Да, всю ногу захватывал. Теперь берем вот это вот и тянем вот сюда вверх все внутренние жидкости. Прям нажимай сверху всем телом. Я нажимаю, нажимаю. Просто. Просто он тоже. 2-3 раза, да? Да. Ну, вот в зависимости от времени. Мне иногда хватает 1 раза.
И сразу я перехожу вот к этим. Это я уже делал. Так, и теперь на рельсе сформируешься. Давай на бицепс. Давай вспоминай, что я показывал. Вот так вот, да? Нет, сначала ты руку прямую стараешься держать, да? Так. А когда сюда доводишь, загибаешь и сам чуть наклоняешься. А это рукой подаешь в эту сторону. А, вот так. И вот так, а еще лучше, смотри, меняешь. Вот отсюда тоже ведешь туда одновременно. То есть лимфа-то все равно вверх больно. Одновременно раз, а потом... Сейчас еще раз покажу. Это упражнение вообще является ноу-хау. Это авторская работа, разработка Олега Лохотвина. Такого нигде больше нет. Соответственно, вот видишь, на трицепс, потом руки поменял и в ту же самую сторону на бицепс. Понял. А второй рукой как бы это поддаю, чтобы больше было массы. Все, понял. Леха, не дави так. Извини. Я нежно. Нежно? Стараюсь использовать скольжение, да, а то мы сейчас перетрем ему все связки скольжения. Вот это вот ты делаешь так, да? Да, нет, обе руки вверх, обе руки вверх. А. И так, и так, просто меняю по очереди. Прямую руку на бицепс, потому что... Ой, на трицепс. Так. Вот тоже отсюда. Так. Так, да? Ну, в целом, да, такое, не знаю, напряжение у тебя есть, получается. Так, я понял, что... Я понял, план. Ну, привыкну. Да, тут нужна просто небольшая тренировочка. Сделали так, теперь вот так на бицепс. К себе как бы подтягивать. Ну-ка еще раз покажу. А, понятно. Раз. Два. Массу поймал ноги, да? И как бы ее держишь, а корпус за счет...